После смерти Иосифа Кобзона прошло более 2 лет, но творчество певца и его биография невероятно актуальны и по сей день. Сестра легендарного артиста поделилась удивительными фактами из жизни брата в специальном интервью. Иосиф Кобзон навсегда остался для жителей России и стран СНГ гениальным человеком и духом своего времени, которому до сих пор нет равных. В 2018 году народный артист СССР скончался от продолжительного онкологического заболевания, с которым боролся более 15 лет. С тех пор прошло немало времени, и сестра певца Гелена Кандель решила раскрыть подлинные обстоятельства смерти легендарного брата. По словам родственницы покойной звезды, Иосиф Кобзон много лет проходил важную иммунную терапию, которая буквально спасала его от скоропостижной кончины. Ему вводили новый препарат, прием которого нельзя было прерывать. Во время пребывания в Испании народного артиста сразил недуг, в результате которого его организм поразила инфекция, и иммунную терапию прервали. Как сообщила сестра певца, Иосифу Кобзону заблаговременно сообщили точную дату смерти еще в начале 90-х. Эту информацию он узнал от астролога Павла Глобы. Эстрадный артист эмоционально воспринял шокирующие сведения о своей кончине, и с тех пор мысль о смерти его не отпускала. По словам Гелены, астролог детально предсказал уход ее брата из жизни. «Похороните всех друзей, справите 80-летие и уйдете сами». Такое пророчество Павел Глоба оставил Иосифу Кобзону. Светлая вечная память. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.